Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева на территории Спасо-Андроникова монастыря. Здесь, прямо на улице, можно увидеть фотовыставку «Монастырь, лагерь, музей», которая рассказывает об истории этого места с 1918 по 1960 год. Об этой выставке в нашем сегодняшнем выпуске передачи «Хранители памяти». Судьба архитектурного ансамбля Андроникова монастыря могла сложиться трагически. В 1918 году обитель была закрыта, ее художественные ценности изъяты и разграблены. К началу 30-х годов 20 века были разрушены монастырская колокольня, ворота с надвратной церковью, разорен некрополь, а древний Спасский собор находился в аварийном состоянии. Никаких условий для музея не имелось, хотя попытки его создания предпринимались еще в 1920-е годы, как отделом по делам музеев главнауки, так и самодеятельным краеведческим кружком. Только после окончания Великой Отечественной войны дело сдвинулось с мертвой точки. В этом году музей имени Андрея Рублева исполняется 75 лет. Но это особенная дата, потому что 75 лет назад, в 1947 году, музей был основан, но не открыт. Открыт он был через долгих 13 лет подготовки в 1960 году. Но вот эта дата, 1947 год, она очень важна для нас, потому что получилось так, что когда встал вопрос о необходимости создания музея, это совпало с настроениями в обществе послевоенными, таким подъемом культурным, духовным. И нашлись энтузиасты, люди, которые смогли приблизить эту мечту о создании музея и смогли спасти архитектурный ансамбль Спасо-Андроникова монастыря. Поэтому в рамках юбилейного года, 75-летней даты, да, со дня основания музея имени Андрея Рублева, было решено на территории музея сделать выставку, которая рассказала бы вот эту долгую историю о рождении музея. Потому что когда музей рождался, он рождался очень тяжело, непросто совсем. Был совсем небольшой штат сотрудников, и было очень много препятствий к тому, чтобы музей наконец открылся. И еще одна задача была показать, что в 1947 году, когда музей был создан на бумаге, и было подписано постановление Совета министров СССР 10 декабря 1947 года, что здесь происходило на территории Андроникова монастыря. Потому что с тех пор, как монастырь был закрыт, очень много произошло обстоятельств, которые исказили облик этого места. Ну, самое главное и известное обстоятельство – это то, что в архитектурном ансамбле Спасо-Андроникова монастыря после закрытия монастыря были изъяты все движимые церковные ценности. И никаких сокровищ, предметов убранства, икон, книг рукописных и более поздних, ничего, что составляло бы, могло составить коллекцию музея, ничего уже не было. Уже в 20-е годы все эти предметы были вывезены. Частично мы знаем, в какие музеи они поступили, но сохранилось очень мало таких предметов. Вы знаете, что в 1922 году была полномасштабная кампания по изъятию церковных ценностей,
И она затронула в том числе храмы Рогожского района и Спас-Андроников монастырь. Удивительно, что кампания по изъятию церковных ценностей в 1922 году проходила здесь, когда здесь уже существовал один из первых в Москве концентрационных лагерей для политических заключенных и участников Первой мировой войны, для офицеров, белогвардейцев и так далее. Ключи от Спасского собора Андроникова монастыря, в котором сохранялись еще предметы, находились у коменданта лагеря. И очень хотелось этой выставкой, пусть небольшой, но рассказать вот эту историю, что происходило с этим удивительным местом, с этим особенным местом, каким является архитектурный ансамбль древнего Андроникова монастыря, с тех пор, как был закрыт, собственно, монастырь, и открыт в 1947 году, пусть и на бумаге, музей. Понимаете, это такая была особая задача рассказать. Поэтому выставка так и называется «Монастырь, лагерь, музей». То есть мы хотели показать вот эти вот переходные состояния. И хотели показать, каким сложным был путь к открытию здесь места, которое смогло бы сохранить историю, культуру, имя Андрея Рублева. Поэтому была очень сложная задача найти фотоматериалы для этой уличной экспозиции, потому что, конечно, очень мало сохранилось именно изобразительных источников. Мы знаем, что здесь был лагерь. Мы даже знаем имена узников этого лагеря. Например, здесь в Андрониковом монастыре находилась княжна Куракина, урожденная баронесса Врангель. Ей удалось уехать из Советского Союза. Она уехала во Францию. И во Франции в конце 20-х годов она писала воспоминания, и в том числе в этих воспоминаниях она рассказывает о том, в каких ужасных условиях здесь, в бывших помещениях Андроникова монастыря, находились заключенные. Какие были сырые стены, отсутствовало освещение и так далее. И понятно, что никаких изобразительных материалов об этом нет. Невозможно представить это себе, какую-то вот именно картинку. А все-таки это фотовыставка, где хотелось рассказать эту историю визуально. И большой удачей было то, что мы, музей имени Андрея Рублева, смог привлечь к участию к этой выставке несколько институций, в которых есть материалы, связанные с историей Андроникова монастыря и музеями Андрея Рублева. Поэтому в основе этой фотовыставки, конечно, это материалы медиатеки музея, собрания музея, но также мы пользовались материалами, любезно предоставленными и музеем архитектуры имени Щусева, и церковным музеем Свято-Данилова монастыря, в котором сохранились уникальные самиздатовские рукописные сборники, и материалами ЦНРПМ, центральных реставрационных мастерских, которые находились здесь, на территории, тоже были основаны в 1947 году. И именно ЦНРПМ выполняла реставрацию построек Андроникова монастыря для того, чтобы музей мог быть открыт. Потому что и Спасский собор, и другие помещения, конечно, находились в очень плохом состоянии. Вот уже к 1947 году. И стоял вопрос еще в 30-е годы о сносе религиозных построек. Мы могли потерять и Спасский собор, и многие другие здания. Но потом началась война, а в 1947 году многие видные ученые, искусствоведы, архитекторы, и Петр Дмитриевич Барановский, и Илья Эренбург, и многие-многие другие смогли сделать так, что был создан этот музей.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ о выставке фотографий, которые можно увидеть на территории Спаса Андроникова монастыря, музея имени Андрея Рублева. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До новых встреч!